мной сейчас, можно сказать, хозяйка ледовой арены. Это директор спортивной школы «Кристалл» Елена Прибыткова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приняли нас у себя. И расскажите, как можно ли в новогодние каникулы покататься у вас на льду? Конечно, у нас можно покататься на льду, даже нужно. В праздничные дни мы будем работать с 10 утра и до 10 вечера. Поэтому по расписанию, которое будет находиться в соцсетях, можно посмотреть, прийти обязательно к нам. Также у нас работает открытый каток, который работает с 10 утра и до 10 вечера. Подводя итоги этого года, что вы можете сказать, что было сделано вот здесь, на этой ледовой арене? Несмотря на пандемию, нашей школой было закуплено оборудование. Мы приняли участие в федеральном проекте «Спорт. Норма жизни». Приобрели хоккейное оборудование на 27 миллионов рублей. Это две ледовые машины, также интерактивные тренажеры для хоккеистов, беговые дорожки. То есть все, что необходимо для развития юных хоккеистов. Также у нас работает секция фигурного катания, набрали детей, провели тарификацию, все в полном объеме, дети просто счастливы. Я так понимаю, что на будущий год у вас просто грандиозные планы. На будущий год, конечно же, мы продолжим набор в секцию фигурного катания, в секцию хоккея. Сейчас идет набор детей 2012, 2013, 2014, 2015 годов рождения. Поэтому мы очень рады юным хоккеистам. Елена, а что бы вы пожелали в наступающем году всем березняковцам? Дорогие друзья, примите мои искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы белые снежинки и легкий морозец освежали и превращали в сказку вашу жизнь. Пусть исполняются тайные желания и сердца наполняются ожиданием счастья. С Новым годом вас!